Найти сладкий и сочный арбуз в Москве с сегодняшнего дня стало проще. Официально стартовал сезон продажи бахчевы. Специально оборудованы 260 точек, где весь товар проходит проверку. Там же вам представят необходимые сертификаты и жалобную книгу. Кстати, продавцы помогут сделать правильную покупку. К ним требования особые, начиная от одежды и медкнижки до умения выбрать спелый арбуз. Он прекрасно утолит жажду на жаре. Такие дни еще вернутся. Правда, пока в столичном регионе дождливо. Но уровень погодной опасности уже понижен с оранжевого до желтого. Завтра днем ожидают до +26. Дальше еще теплее.